Согласно сайту закупки Gov, в этом здании отремонтирована крыша. Сведения можно посмотреть по ссылке, которую укажу ниже. Сейчас посмотрим. Это Завузово, Краснокамский район. 400 тысяч рублей ФАП здание. И клуб тут же. Шикарное здание. С висячими проводами. Ну, магазин зато рядом шикарный. Ну вот тут какой-то вопрос возникает. Может ли крыша, вот эта мягкая кровля в этом здании стоить 400 тысяч рублей? Что-то я сомневаюсь. Облезлый такой фасад. 400 тысяч рублей. Кровля. Крыша здания. Не профнастил, не черепица, не что-нибудь там такое крутое. Это обычная мягкая кровля. То есть рубероид. И бетон. Тут и библиотека, тут и учреждение культуры, сельский клуб и фельдшерско-акушерский пункт.